начала, если можно, итоги этой встречи. Все на табло. Плохо подготовились, плохо начали. Отвратительная игра. Будем исправляться, естественно. Счет серии 1-1. Сейчас искать какие-то, кидать камни в нашу команду не стоит, и поэтому мы сюда попали, мы отсюда будем выбираться. Коллеги, вопрос. Что такого произошло за ночь? Это плей-офф. Первую игру выиграли, естественно, получили какие-то хорошие эмоции. Естественно, и повторяюсь еще раз, просто не подготовились к игре. Не знаю почему, что случилось. Естественно, не можем пропускать 11 голов за две игры. Ужасно играем в обороне и будем думать. У нас есть день, перерыв, и будем готовиться к следующей игре. С чем можно связать такое большое количество удалений? Дисциплина.